Следующая установка стенд с техникой. Конечно, большей частью хлам, но, например, такая вот стереосистема стоит $25. Кстати, тут разные штуки лежат. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот это у нас брелок, видеорамка. По-моему, если я правильно понимаю, 5 баксов стоит. Вот. Ну, приблизительно вот такой вот порядок цен. Всякая разная техника. То есть большая часть, конечно, тут все устаревшее, но иногда попадаются интересные ништяки. Кому нужно. На что такое? Устройство для разогрева бутылочки молока в машину. $4. Такая милая вещь, по-моему, даже с этикеткой, то есть даже не использованная. Да, кстати, забыл сказать, тут попадаются еще и новые вещи.